Кто тебя учил? В школе. Покажи мне. И я разорву его, как тузик грел. Всем привет! Я снова с вами. Меня зовут Оля Шарко. И сегодня мы запомним слово «афера». Правильно говорить, только афера. Никакая не афера. Помните, фильм был «Афера» Томаса Крауна? Так вот, там именно афера, не афера. Надеюсь, вы запомнили. Всем спасибо. Пока-пока.